2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Многие смотрят на обстоятельства жизни и думают, что еще можно ожидать. Ну, знаете, Писание говорит очень хорошие слова. Жизнь человека сколько лет? 70 при большей крепости, 80. То есть у нас некоторые есть уже 91 и больше, так что уже есть какой-то плюс. Да? Кто-то желает до 120. До 120 хорошо бы, но пока еще рекорд не побили. Мы как бы понимаем, что жизнь человека при большей крепости 80 лет, дай Бог нам больше, но лучшая часть из них, это что? Труд и болезни. И что имеется в виду? Я как бы понимаю, что некоторые верят, что болезни от дьявола, но написано труды, болезни, это как лучшая часть. Разве дьявол может дать лучшее что-то? Не может дать, он дает такое разочарование. Поэтому, когда приходит разочарование о том, что вам где-то под 80, и вы ничего не сделали, помните, труд человека, он делает именно человеком. Труд и болезни дают человеку возможность прославить Бога, посмотреть назад и сказать, слава Богу, еще можно поработать. Аминь. Вот уже пятый день поста Даниила, который мы объявили, и который остается открытым. Открытым приглашением для каждого в участии. Не является обязательным, но давайте посмотрим, что же этот пост Даниила в себе вообще как бы несет. Какая суть поста Даниила? И я назвал тему этого поста «Свобода от князя Персидского». Князя Персидского имеется мирской суеты. Мы часто говорим о том, что мы засуетились. Мне говорят, Валентин Романович, мы там это самое, ну, суета, мирская суета. Нам нужно быть свободны от этого. Нам, как верующим людям, мы должны быть свободны. Хотя живем мы в мире, и Шо говорит, я оставляю вас, как овец среди волков. Имеется в виду, что вы должны быть на страже, вы должны быть способны видеть больше, лучше, дальше. Это часть, которая принадлежит нам. Это тема именно свободы для Божьей общины. Суета – это то, что делает человека, можно сказать, рабом, а может быть, сказать так, зависимым от обстоятельств, в которые мы попадаем. Нам нужно быть независимым от обстоятельств, но быть зависимым от Бога. Потому что надеющийся на Господа не постыдится. Друзья, что бы в вашей жизни ни происходило, что бы ни происходило, надеющийся на Господа не постыдится. Когда мы думаем о вере, вот когда мы говорим о вере вообще, что такое вера? Вера – это есть надежда, это есть осуществление невидимого, да? Это осуществление того, чего мы еще не знаем, что оно будет, но уверены в том, что оно произойдет. И когда мы говорим о вере, мы вспоминаем всегда Авраама. Когда мы говорим о законе, мы вспоминаем Моисея. Если мы хотим говорить о чудесах, то непременно вспомним Илью, Елисея. Когда мы говорим о хвале и поклонении, всегда. Всегда. Когда вот мы говорим о хвале и поклонении, мы всегда говорим и вспоминаем о царе Давиде. Каким-то образом это все так сплетено. Вы знаете, сегодня тема моя которая связана с нашим постом. Именно 21 день у нас проходит пост, уже пятый день, и последующие несколько недель мы будем говорить о посте. Сегодня я буду говорить, пост – это Божье приглашение к поклонению. Друзья, может быть, вам удивительно это слышать, и нам кажется, что нам нужно быть очень строги к себе, плакать, рыдать, хотя это часть есть поста, но я сегодня хочу говорить вам о том, что пост – это является приглашением Бога в поклонение. И мы посмотрим эти места Писания, которые помогут нам разобраться в этом. Более 1200 раз в
Писании, мы видим, что Бог упоминает царя Давида и непосредственно его связывает с поклонением, с поиском Бога. Что царь Давид был по сердцу Бога, что он искал взаимоотношений с Всевышним. Мы знаем, что жизнь Давида не всегда была идеальной. Мы понимаем, что жизненное кредо или Давида – это всегда искать лица Божьего. Но в жизни он поступал опрометчиво. Были случаи его падения и подъема. И все же Бог, он смотрел в будущее и хотел, чтобы каждый человек, видя Давида или читая о Давиде, мог бы увидеть, что этот человек становится примером, как искать Бога. И ищущим его, да, он воздает. Но более того, я хочу искать Бога, это, знаете, как будто слово, мы, знаете, он потерялся где-то. Хочу показать, что на самом деле не мы его ищем, а он ищет нас. И это очень важно. Давиду стоит подражать. Давид – это пример подражания, как во времена его, наверное, счастливых моментов, когда он возил ковчег Завета в Иерусалим. Это был пик его радости, хвалебной песни. Это был пик, когда он, знаете, самым естественным и, может быть, экстравагантным способом выражал свою радость. Также мы видим, что Давид и был в самых тяжелых моментах своей жизни. Момент, который очень серьезный. Момент, который многие из нас проходят. И он является человеком, которому мы можем подражать от самых счастливых дней до самых горьких переживаний. Об этом Давид. Всегда и во всех обстоятельствах своих он делал одно и то же, повторял одно и то же. Он делал то, чему мы призваны. Он поклонялся Богу. Все, что он делал, в своем счастливом моменте и в своем горестном моменте, он поклонялся Богу. Одну важную мысль можно сказать всем, что мы можем увидеть, для тех, кто хотят видеть страну нашу измененной. Если мы хотим видеть перемены в нашей стране, я хочу также, чтобы вы понимали, что Израиль никогда не был настолько расцветающим, благословенным, расширенным, и, как во времена Давида. Так и процветающим, так и воюющим. Потому что без борьбы не может быть процветания. Без усилия не можем восхищать того, кто нам больше всего дороже. И без того, чтобы стать успешным, невозможно чем-то не жертвовать. Я верю, что это важная часть. Даже если нам подумать так очень важно, потому что мы должны, как верующие люди, исполнять повеление Иешуа, который сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Благовестие является той целью или же тем видением для каждой общины, которая имеет Бог для нее. То есть, когда спрашивают, какое видение или видение, да, для общины, для любой общины, то ли это церковь, то ли это мессианская община, и цель – это проповедь Евангелия. Но я вам хочу сказать, проповедь Евангелия всегда начинается с поклонения. Проповедь Евангелия всегда начинается с поклонения. Примером становится одна история, когда Иешуа встречается с самаритянкой, помните, у колодца. Апостолы или же ученики Иешуа, они отправляются за едой. Иешуа приходит и находит женщину, и вопрос, который он задает, иногда нам кажется неуместным. Конечно же, понятно, там есть свои проблемы с тем, что вообще как бы иудеи спрашивают, и самаритянка вообще-то женщину, да. Но я не в этом хочу увидеть, как бы сказать, причину благовестия. А Иешуа начинает благовестие с того, с вопроса, где поклоняться. Заметили, нет? Навряд ли мы так смотрим. Евангелие начинается с поклонения. Благовестие Евангелия, доброе вести, начинается с вопроса о поклонении.
Удивительно, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих говорит, но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. В действительности Иешуа использует дарование, слово знание, о том, чтобы привести ее к, знаете, такому удивительному любопытству. Потому что он говорит, да, приведи мужа. Он говорит, я не замужем. Он говорит, да, в действительности, пять было, еще созрительство с одним, там, это не проблема. Он говорит, ну вообще, это как бы, где поклоняться? Да? И следующий момент, очень интересный. Мы часто говорим о том, что мы должны искать Бога. Ищет, именно бегать где-то, знаете, и искать Его. Искатели такие, да, вот, как будто он где-то потерялся, где-то он запрятался за ширму, как будто в Ветхом Завете за завесу, и оттуда его надо искать. Посмотрите, он здесь говорит наоборот, что Бог ищет поклонников, он ищет поклонников, которые будут поклоняться ему в духе и истины, таковых он ищет. И это время уже настало. Если тогда не настало, он говорит, но настает время, оно уже настало. Он недалеко от нас. Он ищет нас. Многие самаритяне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей о всем, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его пробыть у них. И он пробыл там 2 дня. Женщина, интересно, когда Иешуа говорил с ней о поклонении, затронул часть ее жизни, и она начинает понимать, что он тот Мессия, она идет и выводит весь город к нему. Весь город к нему. Дальше слова, говорит 41 стих. Еще большее число уверовали в его слово. А женщины-то говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира. Друзья, Евангелие, проповедь Евангелия начинается с поклонения. Кому мы поклоняемся? Каким образом? И если люди видят в нас настоящих истинных поклонников перед Богом, они будут верить словам, которые мы будем говорить, потому что наша жизнь настолько изменилась, что мы ради Мессии становимся безумными. Нас не препятствуют ни улицы, ни обстоятельства. Мы говорим и поклоняемся Богу. Поклонение – это не только вот песни, которые мы поем. Это и молитвы, это и пост, это и преклонение колен, это и смирение. Это наша жизнь. Мы смиряем себя. Если всмотреться в служение Иешуа, тогда мы заметим, что Иешуа очень часто цитирует псалмы Давида. Зачем? Зачем Иешуа цитирует псалмы Давида? Потому что он, зная, что именно откровение о поклонении позволит расположить человека, познать, насколько Бог их любит, и понять, насколько жертва, которую он приготовил для человечества, сможет изменить их обстоятельства. Потом, Деяния апостолов, 15 глава, 16 стих говорит, «Потом обращусь и восстановлю скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми известится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомо Богу от вечности все дела его». Интересный момент. Что здесь говорится, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми не евреи были рассеяны, а между которыми будет проповедано Евангелие. Мы как народ рассеяны для того, чтобы возвещать о милости и благости Господь, чтобы благовествовать о том, кому мы поклоняемся и зачем мы поклоняемся. Это тайна, которая открывается тем, кто ищет ответы для себя. Потому что поклоняться должны в духе и истине. Поклонение Давида – это экстравагантное празднование перед ковчегом. Он танцевал, величал Бога. И заключалось в том, чтобы открыть, приоткрыть завесу, открыть и показать народу ковчег. Ковчег, крышку над ковчегом, херувимом, и открыть возможность созерцать красоту
Божью, присутствие Бога среди народа. И он хотел, чтобы народ мог бы так же, как и он, открыто восклицать, петь, танцевать перед Богом, чтобы эта открытость была искренней. Наверное, поэтому японцы, наверное, перевели Псалом 21, 4 стих. «Но ты, святой, живешь среди славословия Израиля». Знаете, каким образом они перевели его? Удивительно, потому что у нас оно красиво говорит, но ты, святой, живет посреди славословия Израиля. А они сказали, перевели вот так, что во время, когда люди славят Бога, он спускает свой большой стул и садится на нем вокруг прославляющих его людей. Если перевести с японского. То есть, как так вот момент, что... Тогда, когда люди начинают славить его, он спускает свой трон или свой стул, такой большой, и восседает на нем, когда люди его славят. Так что, когда мы это делаем, я хочу, чтобы вы понимали, Бог посреди нас, посреди славословия народа своего. Крышка завета, которая была покрыта ковчег, называлась интересным названием. Это было «Хакапарет». То есть крышка, которая покрывала, да, вот такое. Но на самом деле, это более того, когда священник заходил и приносил кровь завета, да, кровь жертвы и опрыскивал крышку ковчега, это место называлось или переводилось как окропление, да, окропление крышки или место его милости, его милости. В других языках, в других переводах говорится, что это являлся троном милости. И поэтому, когда Бог был посреди народа, он проявлял свою милость. Милость. Послание к евреям 9:12 говорит, «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел он в святилище и приобрел великое искупление». Однажды Иешуа зашел туда и окропил эту крышку милости, явлено для нас. Для нас. Этот ковчег, который окроплен кровью Агнца, является престолом милости для тех, кто ищет Бога. Но многие не находят, потому что они там ищут. Я думаю, что во время поклонения, это, как я уже говорил, не только песни, но молитвы, пост, преклонение колен. Мы нашей верой переживаем то место милости, где наши грехи были смыты, очищены. И мы приближаемся к Всевышнему, где мы действительно можем получить то просимое, имеем дерзновение, и мы просим. Друзья, хочу, чтобы вы понимали, мы говорим, что мы имеем дерзновение на русском языке, на иврите мы имеем хуцпу, мы имеем настолько большой, набираемся наглости, что можем просить. Почему? Потому что так сделано было. Крышка ковчега, место, престол его милости был окроплен кровью Агнца. Первое Паралипоменон, 16 глава, 7 стих, 37 стих, извините. Давид делает одно дело, которое очень важное. Давид оставил там перед ковчегом завета Господня, Асафата и братья его, чтобы они служили перед ковчегом постоянно, каждый день. Интересно, что он понимал важность прославления, поклонения пред Богом. Он понимал, что такое служение пред Всевышним, поэтому там это было постоянно. И Давид говорит, вот я ставлю, так должно быть. И это должно было проходить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, каждый день в году. Что это? Зачем это? Какова причина? Какова причина? Что Давид имел в откровении своем? Какое откровение он получил? Что при нем Израиль процветал. Хотя он не мог построить храма, потому что пролил много крови. Но он сделал все в своих силах, чтобы представить Израилю того Бога, который достоин поклонения и славословия. Экстравагантное поклонение.
может показаться вам странно, я хочу сказать, что у меня есть ответ, почему славословие, хвала должна идти от нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что мы должны славить Бога. Я скажу почему. Есть одно удивительное творение. Удивительное творение, которое имеет возможность стать пред Богом каждый раз, в любой момент. Его называют клеветник. Он имеет возможность. Эту... Его никто не может остановить, кроме Господа Всемогущего. Иов, помните, он... пришел и этот чудный творец, творение вернее, да, это чудное творение. И он начинает говорить, конечно же, ты его охраняешь, ты его благословляешь. Откровение 12 глава 10 стих. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Мессии Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». День и ночь. Но они победили его кровью Агнца и словом свидетельства его и не возлюбили души своей даже до смерти. Другими словами, я буду славить Бога, я буду воздавать Ему хвалу, я буду преклоняться перед Всевышним 24 часа в сутки. Если Он, этот мой обвинитель, если тот, кто меня обвиняет и клевещет на меня, имеет возможность иметь доступ к Богу, то я тем более буду славословить и хвалить Его. Это время для Его общины изменять свое положение. Вам скажу честно. Демоны преклонят свои колени и преклоняют свои колени при Всевышнем. Человек, который имел легион, да, бесов в себе, он пал перед Иешуа на колени. Даже если ты приходишь сюда с огорченным духом, который не от Бога, я вам скажу честно, тебе должно поклоняться Богу. Даже если ты приходишь недовольным, не так тебя приняли, не так тебе дверь открыли, не там ты стоишь, не там тебя пригласили. И, конечно, как у нас люди говорят, да, не ту песню спели, не так они потанцевали, не то не сказали, вы задержали время, и мы начинаем все нагнетать с этим независимым духом, таким, знаете, противостояние тому, что Бог делает. Писание говорит точно, каждое колено преклонит колени. Если ты охвачен этим злым духом, ты не можешь не поклоняться. Ты должен поклоняться. Ты должен это сделать, потому что кого Сын освободил, тот воистину свободен. Если ты считаешь себя свободным, тогда ты будешь свободен во всем. Не имеется в виду делать то, что ты хочешь, а свободен в поклонении перед Всевышним. Если ты свободен, тогда неужели не осталось силы возблагодарить? Да, что благодарить? Бог знает мое сердце. Бог-то знает, а мы видим. Бог на небе, а мы здесь на земле, рядом с тобой. И поэтому наша возможность славить Бога должна быть всегда. Воскликнуть за свободу. За ту свободу, которую Бог вас освободил. А у нас есть за что благодарить Бога. Разве нету у нас за что благодарить Бога? Кто из вас раньше курил и сегодня свободный от курения? Нам можно сказать аминь? Можно воскликнуть? А, мы забыли. Это как уже нормально, образ жизни. За что еще благодарить? Один раз сказал спасибо, хватит ему. Кто-то был свободен от наркотиков? Есть такие. Эти люди должны в первую очередь бегать здесь и кричать, и так и делать, и славить Бога. И другие, которые Бог освободил от болезней, от всяких демонов, от всяких ситуаций, от долгов. У нас есть люди, которые, получив свободу, стоят тихонько в уголку, и это самое, и смотрю на потолку. Не висит ли там что-нибудь такое? Ой, надоело все. 2 Паралипоменон, 20 глава, 3 стих. «И убоялся Иосафат, обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост и все, по всей Иудее». Пришло давление,
пришла ситуация, в которой на самом деле ты мог, Иосафат мог потерять царство, мог остаться, ну, как сказать, без всего, чего Бог благословил его. Народ мог бы взять в плен. Безвыходная ситуация, как у многих из нас. Иосафат объявляет о посте и призывает всех к этому посту. И собрались иудеи просить помощи у Господа. И из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. Друзья, видя обстоятельства, видя ситуации, видя в нашей жизни то, что происходит, нам необходимо делать некие заявления в духовный мир, физическое заявление в этот мир, и собираться ради того, чтобы взыскать Бога и умолять Всевышнего. И стал Иосафат в собрании иудеев в Иерусалиме, в доме Господнем перед новым двором. Он пришел в дом Господень, он пришел в место собрания со всем народом, и он начал говорить Господу на место поклонения. Он пришел на место поклонения. Я пропущу там несколько этих стихов, и видим, что дальше происходит. 22 стих. «В то время, как они стали восклицать, славословить Господа, возбудил негодование между аммонитянами, амавитянами и обитателями горы Сеир, пришедшие на иудеи, и были они поражены». Когда поднимаются против тебя болезни, ситуации, обстоятельства, которые, кажется, все капут, ничего не изменится, есть тот рецепт, который Бог предоставляет для каждого из нас. Прийти в Дом Божий, объявить пост, взывать к Богу и славить Его. В то время, как они стали восклицать, не просто петь песни, а восклицать, кричать, вопивать Богу. Когда они славословили Господу, Бог вышел и поразил врагов. Если вы хотите иметь ответ на многие вопросы в вашей жизни, есть он, есть, действительно есть ответ. Все зависит от нас. Славословие среди поста – это победа, когда кажется нам, что мы поражены. Когда приходит вроде бы поражение, оно не отвернется от тебя. Во время поста, в прославлении, славословии приходит победа. Есть связь поста и прославления. И эта связь в конечном результате. Не тогда, когда ты начинаешь, а когда приходит конечный результат. И вот 21 стих. «И совещаясь он с народом», это Иосафат, «поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо что? Вовек милость Его». Что такое прославление во время поста? Это победа, которую мы и не видим, но мы знаем, что победа от Господа. Если ты веришь Богу великих перемен, тогда ты не просто пройдешь 21 день поста, или там 3 дня поста, или 40 дней поста. Ты увидишь, что в этом посту, который ты взял, можешь прославить Бога в славословии, добрых дел и в твоем даянии. Тогда Бог открывает тебе невозможное. Вера без дел мертва, а пост утверждает твою и мою веру. Пост является утверждением твоей и моей веры. Потому что если ты не веришь в Бога, ты не веришь Богу, не веришь в посты, не веришь в принципы духовного возрастания и практики. Вы знаете, Писание говорит о том, чтобы мы радовались, когда мы проходим эти все вещи. Когда мы проходим трудности, потому что мы имеем победу, мы имеем обещание. Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенством. Совершенная радость. Радость славословия. Филиппийцам 4:4 говорит: радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю вам, радуйтесь. Радоваться только тогда можно, когда ты осозерцаешь и начинаешь славить Бога. Потому что в этот момент приходит твердая уверенность, что Бог, Он рядом с тобой, Он никогда не покинет тебя, не оставит. Это не только, знаете, момент
просто порадоваться. Это еще и приказ. Приказ, если ты видишь, что твой брат или сестра радуется в победе, радуйся вместе с ней. Попрыгай вместе с ней, покричи вместе с ней. И скажите, ну так глупо выглядит. Глупо выглядит, но классно смотрится. 1 Паралипоменон, 23 глава, 1 стих. Давид, состаривших и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. И он что-то сделал. Посмотрите, что сделал Давид. Просто представьте себе эту красоту. Собрал всех князей Израилевых и священников и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше. И было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. 38 тысяч человек, славящих Бога. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 тысячи, песцов же и судей 6 тысяч и 4 тысячи привратников, то есть те, которые стоят у дверей и приветствуют всех. Добро пожаловать на служение Иегове. Пожалуйста, приносите жертвы. Вот, приходите, заходите. Это время служения Богу. Как мы рады, что вы пришли, Иосиф Иванович. Да-да, приходите, давайте и все. Я сразу двоих в одно соединил. 4000 привратников, 4000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Давид делал, может быть, и собственными руками. Я не знаю, насколько нужно любить Бога, чтобы изменить саму концепцию, как его благодарить и славить. Могу вам сказать, что словословие начинается не отсюда. Часто, вот мы хотим отсюда начинать, но чаще всего люди, которые стоят, пришли недовольны, и Бог как бы побуждает их. Начните с другого, с одного момента. Часто у меня начинается не отсюда, даже не с головы. Начинается отсюда. И пошло. Начните с того, чтобы у вас внутри, то, что Бог вам дал инструменты, даже если вы немножко глуховаты, у вас есть тот момент, где можете начинать славословить Бога. Так что, если ты не чувствуешь себя славящих Бога, начни с простых вещей. Начни, возьми ритм, подключись к ритму, подключись к танцам, подключись к тому, чтобы высвободить то, что Бог положил тебе для твоего естества. Мы призваны славить и благодарить Бога. Закончу одним примером из жизни Давида. Когда он нес ковчег завета в Иерусалим. После попытки его перевести, и там оставил он в доме Авидара, если вы помните, да? Интересный момент. У нас есть друзья, с которыми мы учились вместе. Потом они были в служении. И Бог, знаете, вот дал возможность им эмигрировать в Эрец Израиль. Они были у нас, и как раз на бар-мицву своего сына, он приезжал сюда, и это была бар-мицва его сына. У них есть гостиница, или они снимают у арабов гостиницу, сделали гостиницу на горе, то есть на возвышенности, и чуть-чуть выше стоит храм, католический храм, где по преданию был ковчег Завета, откуда Давид его потом переносил в Иерусалим. С той возвышенности, Сережа знает, Александр, там еще кто был с нами, можно было видеть Иерусалим. И его можно было видеть оттуда. И это холмистая дорога, и подъемы крутые, и спуски. Но знаете, видя Иерусалим, ты понимаешь, что это вроде бы далеко, но расстояние примерно 10 километров. Примерно 10 километров. Это маленькое поселение Абу-Гош. Сегодня это арабское поселение. Я стоял на этой террасе и смотрел эту дорогу. Как раз это дорога, первая дорога в Иерусалим, она идет туда. И я представил, как это могло быть. Как могло быть следующее, что написано 2 Царств, 6 глава, 12 стих? Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь
благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Господня, ради того места, где он говорит, я поседаю на херувимах. Это место трона милости его. Он благословил его. И пошел Давид с торжеством перенести ковчег Божий из дома Авидара в город Давида. Из того места, человек, который ничего не имел общего, может быть, с царским положением, но Бог его благословил ради ковчега своего, потому что там было место его присутствия и более было место его милости. Помните, Ишуа вошел однажды во святая святых, окропил крышку, как первосвященник. Место милости. И я верю, что если ты хранишь это место милости, зная, что Бог сделал для тебя через Ишуа Мессии, то ты хранишь это. Бог благословит тебя. Когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил жертву тельца и овна. Давид скакал из всех сил пред Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубным зовом. Я понимаю, для нас трудно даже представить, что это такое. Но я вам сделаю маленькую арифметику. 1 шаг, 6 шагов, помните? 1, 2, 3, 6 шагов. 1 шаг, примерно 60 сантиметров. Да? Я не думаю, что они метрами считали такими. 60 сантиметров. Каждые 6 шагов Давид строил жертвенник. Ему нужно было склониться, взять этот камень, положить. Чтобы принести жертву, нужно потрудиться. Но нужно хотеть. Потому что ты знаешь, что это значит. Он приносил жертву тельца и овна, поклоняясь Богу в то время, когда жертва сгорала на алтаре. Мирная жертва. И потом двигался дальше 6 шагов. И опять жертва тельца и овна. В это время Израиль шумел на своих инструментах. 2437 остановок на протяжении 10 километров. А мы хотим бежать. Мы хотим бежать. 2437 остановок на протяжении 10 километров. 2437 жертв. Это и волов, и овнов в равном количестве. Если приготовление жертвоприношения, например, выделить 30 минут, думаю, быстро нужно было работать. Если, скажем, минимум, ну или максимум, я может быть, больше, но если минимум 30 минут для того, чтобы разрезать, спустить кровь, его разложить и положить на жертвенник, 30 минут. В это время, когда идет воскурение, благоухание, да, славословили, кричали, пели. Давид танцевал пред Богом. Тогда ему заняло 1259 часов пройти 10 километров. Или же 52 дня. 52 дня. Это если делать без остановки. Но если возьмем, что людям нужно было поспать, но, может быть, я не знаю, как бы у них была сила и все 52 дня пройти вот с такой вот вещами, да? Но если взять то, чтобы нужно было поспать, как-то перекусить чуть немножко, отдохнуть какие-то было вещи, да? То
Давиду заняло пройти 10 километров. 79 дней. Хвалы, поклонения. 10 километров. Как вам такое поклонение? 79 дней. Давид понимал важность присутствия Божия в его народе. Его страстное желание, чтобы народ увидел и приблизился к Богу. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих говорит так: «Отринув его, Саула, поставил царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Знаете, что Бог хочет? Найти твое и мое сердце, как сердце Давида. Поклонник. О Мессии. Он говорит Давиду, Бог обещает Давиду, говорит, и поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. Вы знаете, что Бог ищет все-таки поклонников. И он говорит самаритянке, то, которое не было частью Израиля, говорит, поклонение, где оно? В Иерусалиме или здесь? Он говорит, да, спасение от иудеев, но истинных поклонников Бог ищет среди всех народов, поклоняющих ему истине. Торжествующей общине Агнца, то есть его общине, церкви, в которую входим мы с вами, Бог обещает восстановление скинии. Восстановление скинии Давида, где все народы имеют возможность славить и поклоняться Богу. Мы призваны к этому. Иеремия 3:15. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас и знамением, и благоразумием». Мое желание, искреннее желание, чтобы люди открывали для себя новые горизонты в Боге. Религия, она на самом деле это опиум для народа. Но отношения с Богом являются чистыми. И вот чистые сердцем они Бога узрят. И Петр пишет уже будущим общинам, пастырям, и говорит так: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Мессии, и соучастник славе, которая должна открыться». Пастырям, вы соучастник, как и я, в славе, которая должна открыться. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняются друг другу. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Цель нашего поста и молитвы в этом году – вера, надежда. Видеть свободу для Божьего народа от суеты этого мира. Мое желание представить верующим людям важность нерелигиозных обрядов, не слепого следования за Богом, но следовать за живой верой в того, кто Сына Своего не пощадил и отдал Его за всех нас.
равно за всех. И что в нем исполнить наши чаяния, наши надежды, наши мечты. Только в нем, в Иешуа, они открываются. Поклоняющийся Богу будет поклоняться Ему в духе и истине. Таких поклонников ищет всегда Бог. Мы уже, вы уже не чужие, но свои Богу. Посредством крови Его Сына Иешуа становитесь фокусом Божьего присутствия. По причине Его мирной жертвы мы имеем доступ к Богу, благодаря через Него Бога и Отца. Римлянам 3:25, которого Бог прежде предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для покаяния правды Его, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. В нем Бог усмотрел. Поэтому, когда мы постимся, мы прославляем Бога через жертву Иешуа. В тот момент Бог благоволит к нам. Когда мы постимся и славим Бога за жертву, которую Бог предусмотрел за нас, в этот момент Бог благоволит к нам, к нашим нуждам, к нашему поклонению. Давайте не будем той Мелхолой, которая унизила Давида в своем сердце. Слух оскорбила поклонение царя. Мы оставим свои пренебрежения и будем открыты перед Богом. Если кто здесь есть и хочет сказать мне, что, знаете, здесь много ходят таких мудрых людей, которые пытаются сказать, что Богу есть много путей. И меня часто могут спрашивать, почему Иисус, почему Иешуа должен быть единственный путь к Богу? Потому что первое Он сказал, я есть путь, истинная жизнь. Но если вы меня спросите, есть ли другие пути, Будда, Конфуций, Мухаммед, Кришна и вообще другие какие-то боги или язычество, потому что один Бог на небе, я вам скажу так. Кто из них был унижен, побиваем и наказуем? Кто из них был предан казни и насмешкам? Кто из них был людьми поругаем, убит и воскрес? Кто из них? Но этот, обещанный Богом Мессия, достоин всего поклонения нашего, земных и преисподних. Он есть тот, кто добровольно сделался за нас поруганием, стал жертвой за наши грехи с вами, за мой грех и за ваш. Его имя Иешуа – спасение. Тот, кто сказал на кресте «Абба», они не знают, что делают. Сегодня простирает руку свою к нам, потому что он является священник по чину Мелхиседека. Окропил кровью место, именно трон благодати или престол благодати, чтобы мы имели доступ к Богу. Но как узнать? Как узнать? Обратиться. Через принятие Его жертвы мы можем увидеть милость и благость Его. Глупость для этого мира становится для нас юродством, и мы верим в то, что может быть даже нереально для многих. Но сегодня ты можешь изменить свою жизнь. Ты можешь изменить свое существование. Ты можешь принять обетование, которое Бог дал Аврааму, Моисею, пророкам. Это Мессия. И Он достоин поклонения. Я хочу тебя сегодня призвать вас к этой молитве. Чтобы наша жизнь стала местом поклонения. И когда мы проходим
вот времена поста, молитвы, чтобы мы, наоборот, сфокусировались на того, кто может изменить нашу жизнь. Вчера, когда я готовился к сегодняшнему посланию, мне прислали в Вайбере, у нас есть такой христианский авточат такой, да? Прислали одну записку, я прочитаю вам. Автохристиане прислали мне такую вот записку. «Привет! Мы делаем цепь из тысячи молитв для тех, кто страдает от рака. Помолись и передай это сообщение еще 9 друзьям. Дай мне знать, если ты не можешь сделать это, чтобы не разрывать цепь». И дальше молитва. Наверное, не случайно. Потому что есть, у Бога нет случайности. Можно, конечно, было просто переслать еще некоторым людям, но я хочу вам это сказать, потому что я верю в Бога, который исцелит и исцеляет. Если здесь есть люди, которые имеют какие-то признаки раковых опухолей, клеток, либо прошли химиотерапию, химию. Если даже вам отдали всего лишь несколько месяцев жить, хочу стоять вместе с нами перед Всевышним Богом, поклоняться Ему. И тот, кто обещал пребывать посреди своего народа посредством ковчега, шхины Его славы, место милости, проявит и к нам, тем, кто нуждается в этом, милости. У нас есть не один человек, который получил исцеление. И сегодня есть те, которые, может быть, каким-то образом потеряли всю надежду. Ваша надежда только в Боге. Я хочу, чтобы мы поднялись на наши ноги. Я говорю так уверенно, потому что вы можете сидеть, вы можете уйти, можете обидеться на мои слова, но я хочу вам сказать, Слово Господне, оно не постыжает. Оно да и аминь. Каждая черта, каждая иота, каждая запятая в ней, она исполнится. И обещание, которое Бог дал, Он сегодня хочет явить нам. Он хочет быть посреди нас. Он ищет искренних поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Если ты никогда не принимал Иешуа личным Спасителем, и это твоя единственная надежда, она всего лишь единственная. Больших путей нет. Все, что тебе нужно сделать, обратиться и сказать: «Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты тот, кто освободил меня. Ты тот, кто дал мне милость. Ты нужен мне. Я хочу верить и знать Тебя. Я каюсь в своих преступлениях, в своих грехах. И мне нужна сегодня милость. Рахем. Милость в этом присутствии. Прости меня. Я хочу изменить всю свою жизнь и стать поклонником для славы Твоей в моей семье, в моем бизнесе, в моей работе, в моем городе, в моей стране и видеть перемены. Потому что я поклонник. Я не раб. Я свободный. Свободный от греха. Потому что Ты меня освободил. Я верю в это. Ты Сын Божий. Ты Мессия. Умер и воскрес для моего оправдания. И я знаю, что я оправдан. Если вы молились этой молитвой, просто обратитесь к вашему соседу рядом, скажи: «Слушай, порадуйся со мной. Я сделал этот шаг перемены моей жизни. Поддержи меня в молитве». Если вам нужна молитва исцеления сегодня,
Я позову вас вперед. Я не исцеляю, друзья, я не исцеляю. И никто из здесь, из людей, которые здесь стоят, служители, или которые имеют дерзновение, мы не исцеляем. Мы соглашаемся с Богом о том, что ваше исцеление, оно принадлежит вам. Надежда на него не постудит. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения.